Феликс Агрест создает образ общительного человека. Умный, легко входит в доверие. Характер скрытный, нордический, выдержанный. Ради поставленной цели пойдет на все. Друзей нет. Родственники: дядя Габриэль Агрест, тетя Эмили Агрест, двоюродный брат Адриан Агрест. По внешности он очень похож на Адриана. Он более аккуратен, любит строгий стиль одежды, но его кожа чуть светлее. На правой руке носит похожее кольцо, но в отличие от Адриана, он не может снять кольцо в любое время. Кроме того, из-за него Феликс проклят, и оно навлекает неудачи на парня. Чтобы снять кольцо и избавиться от проклятия, Феликс должен заполучить поцелуй Леди Баг. Вероятность, что именно он станет новым злодеем-бражником, равна 78%. По всем характеристикам он самая наиболее подходящая кандидатура. В отличие от своего предшественника Габриэля Агреста, у него нет привязанности к близким людям, а следовательно, у него нет уязвимых мест. Отсылку к предстоящим событиям уже фигурировали в серии «Собиратель». Как же будет выглядеть Феликс в образе бражника? Давайте пофантазируем вместе с вами. Все они слабые, глупые людишки. Я покажу, на что способен настоящий бражник. Отныне и навсегда теперь я твой хозяин. И ты будешь делать все, что я прикажу. Нас ждут великие победы. Да, повелитель. Так давай же покажем этому миру, на что мы способны. Я стану самым великим бражником за всю историю существования чудес. Я создам таких злодеев, против которых Леди Баг и Суперкот будут бессильны. Первому моему творению будет подвластно время, и звать его будут Тайм-Тайгер. Трепещите, жалкие букашки, теперь пришло мое время.